Друзья мои, кто я сейчас? Мужчина или женщина? Ведь это так актуально сегодня для Петербурга. А у нас в клубе «Лак» сольный концерт Евы Польны в пятницу, 23 марта. Специально для вас. Слушайте и наслаждайтесь. Осколки снов смоет утренний дождь, обрывки снов уносит ветер с окна. Всем удачи, крепчайшего здоровья, солнца побольше в нашем Лондоне, в российском, или даже больше, чем в Лондоне, в Санкт-Петербурге этого мира. До встречи в будущем. Ева, расскажи, пожалуйста, о своей творческой жизни. Какие твои планы на ближайшее будущее? И что вообще происходит сейчас в твоей жизни? Я не знаю, все хорошо, окей. Следующий вопрос.